Государственных резервов продовольствия и защитных медицинских средств в Молдове хватит примерно на 2 месяца. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику в эфире ток-шоу «День за днем» на Публика ТВ. В то же время глава Кабмина отметил, что нет оснований запасаться впрок или паниковать. Надо понимать, что они предусмотрены на короткий период, значит, в зависимости от востребования. У нас есть достаточно таких средств там, на определенный период, на 2 месяца. Значит, если нужно, мы добавим. Но все время идет закупка. Мы, конечно, в первую очередь не то что надеемся, а рассчитываем на то, что есть и на рынке, и так далее. То есть мы не можем брать на 5 лет резерв. Глава Кабмина признал также, что распространение вируса как во всем мире, так и в Молдове негативно скажется на экономике. Понятно, что на мировой экономике и на региональной это отразится. И мы ожидаем спад экономики мировой и региональной. Республика Молдова, конечно, имеет завязано на этой экономике. Мы предпринимаем, у нас есть резервные сценарии в случае такой эволюции, но ясно, что там туризм падает в Европе, и другие там, и заказы, и Китай, и так далее. Мы к этому готовимся. По прогнозам Международного валютного фонда, в Румынии, Германии и Италии, входящих в пятерку основных торговых партнеров Молдовы, прогнозируют спад внутреннего спроса, то есть снижение потребления, что может сказаться на сокращении импорта из Молдовы.